всем привет, новый блог. Мы вот сейчас идем в гости. Я вам сейчас расскажу, куда мы идем. Мы идем к Насте, к моей знакомой. Знакомы мы уже более 20 лет, наверное, точно. Я не знаю, даже, может, чуть поменьше. Ну, в общем, сейчас все увидите. Она вам расскажет. Она очень хорошо все рассказывает, чем она занимается. И вот, в общем, мы выбрались кое-как. У меня, конечно, ни на что нет времени. Я сейчас еще монтировкой занималась. Чуть помонтировала. Ну, в общем, идем в гости. Аня, будет видно? Так, дай покажем, чем я умылась. Так, девочки, мы уже тут приступили к процедуре. В общем, вот такой штучкой я сейчас умылась. Настя меня тут сейчас покомандует, что дальше делать. Увлажняющий гель для умывания Artistry. Да, Artistry называется. Это увлажняющая линейка голубая. Так, не знаю, тут где видно будет-то меня. Надеюсь, тут будет видно. Надеюсь, видно. Смочи лицо водой, ваточкой. Прям водой простой, да? Ну, тепленькой. И это самое. Вот так вот, да? Угу. Просто смочи кожу. Ага. Я еще могу такой пилать. Вот аппаратик. Это дермасоник называется от компании. Ой, как он жужжит. А смотри, какое прикольное. Что им и делать? Вот так плавно ведешь по линии по коже. Ой, он брызгает аж. Это у меня так это. Да, держи. Сама сделай, попробуй так... нажим, как тебе, чтобы было комфортно. У меня так не брызгает. А ты водой мочишь? Да, я делала с этой даже, с термальной. Термальная не нужна. Mm-hmm. Термальная ты потом будешь закрывать поры, обрабатывать. Да, вот так вот в сторону. Нифига себе. У меня так не брызгает, Настя. У меня совсем по-другому жужжит. Но у меня этот дешевый. Слушай, прикольно. И вот так веди по линиям в стороны. Тоже вот так? Да. Под глазами не трогай. Вот так вот сейчас все сделаем. Папа, давай оставим. Тут у нас Милана ходит. Вот, смотри. Это ты что же чужую распечатала-то, а? Так я ему оставлю вот такую вот. А, это какой-то. Ему такая попалась? Да, смотри, красивая тоже. Это ультразвуковая насадка, ультразвуком. Ты сейчас снимаешь ороговевшие клетки кожи, свои поверхностные. Прикольно. А вторая насадка гальваническая, она останавливается так, через полторы минуты. Держи. Запись-то идет. Угу. Вот. По подбородку вниз, да, вверх? Да, вверх. Нет, вверх. Потом под носиком, вот так носик, вот все вот эти поры тоже откроешь, уберешь. Роговевшие части. У тебя даже вот она видишь. Другое ощущение, вот у меня, да? Совершенно другое. Mm-hmm. Она просто вибрирует, а здесь mm-hmm. она как-то покалывает, что ли. Ну, здесь ультразвук, а у тебя как, я не знаю. Хер его знает. Здесь определенный идет ультразвук с определенной скоростью. И не трогай никогда щитовидку. Область, да? Вот эту нельзя, да. Вообще. Так, что там по носу? Вот так, вверх, влажнее вниз. Еще, влажнее еще, чтобы водички было больше. Вверх, вниз по носу, как? Вот, ну, так? Вот так, да, и вот так. Как ага. Удобно, как, в принципе, это не принципиально, как тебя вот, чтобы ты прошла сама рукой. Вот. Ой, слышишь, я прям, скрип? Я вижу. Скрип, я, слышишь? Я не только слышу, я вижу. Вот он. Когда вот он уже скрипит, это прям вот где большие загрязнения у тебя снимают. Нифига себе. Сколько стоит такой аппарат? А, сейчас скажу точно. Что-то он около 10, да, или 11? Нет, дороже. Дороже? Слушай, а там же можно под видео ссылочку оставить на этот аппарат? Там? Все, можно. Почистила? Да, я думаю, все. А теперь мокрой ваточкой просто сними вот то, что мы сняли, загрязнение, а потом тоником мы с тобой пройдем, окончательно снимем все и увлажним. Так. И... Сейчас омолодею, не узнает меня дома муж. Кто это? Ну вот слушай, ну ты же помолодела, я смотрю, я же тебя помню не такой. Я хочу ты быть помолодела. Молодой долго, спасибо, долго хочу быть молодой. Ты очень помолодела. Долго. Хочу в 50 и 60 быть молодой. Да. Я просто нашла, так, ну все, я все с кем это возможно, понимаешь? Так, бери теперь тоник, теперь это тоник, будем, это какой? Нет, ваточку, то есть вот эту, будем тонизировать твою кожу и увлажнять одновременно. Это вся увлажняющая линейка.
Так, этим протирать просто, да? Да, протри просто лицо. Это я до хрена. Нет, это много. Я, он настолько увлажняет, я иногда даже у меня так, нет необходимости, понимаешь, вот использовать крем. Вот такой вот тоник. Надеюсь, видно. Там посмотрим на видео, когда буду монтировать. Не растягивай веки под глазами, когда вытираешь, да, старайся их не растягивать. Ну, вот я этим полотенцем-то я помню, что я вот так примакиваю, как бы, а ваткой фигарю. И крем иногда так начинаю. Крем вообще на подглазки наносишь вот движением пальчика. Ты просто прихлопываешь его, да. Когда ты начинаешь растягивать вот тут кожу, она очень нежная под глазами. Ты ее сама создаешь, ей как бы травмируешь ее. Она растягивается и начинаются вот эти все изменения. Все, хватит. Вот. Сейчас немножко впитается и нанесем крем для глазок. Очень легкую текстуру, гель. Для глаз. Для лица. Увлажняющий. Это вот такой вот. Все какое красивое. Капельки, видишь, да? Это супер увлажнение. То есть есть две капельки, а это прям вот максимальное увлажнение. Тут еще значки вот три, это максимально, да. Слушай, вот оно все красивое такое, даже вот просто поставить приятно, красиво, да? Да? В руки взять так все это. Ну, это, Лен, премиум косметика. Красота. Они работают со странах мира уже 60 лет. Они сколько очень... такой комплекс вот полностью, что мы сейчас проведем, ты скажешь, стоит, да. Так, это что, это маленький под глаза? Это выдавливай на пальчик. Прям чуть-чуть, наверное. Чуть-чуть, да. Прям спичечную головку. Ага. Вот. И вот так вот под глазик вбивай себе пальчиком. Слушай, даже. Он очень экономичный. И ты сейчас почувствуешь, что у тебя кожа стала мягче. Вот она стала другой. А на веки наверх можно же? Делай. Потому что у меня тут тоже бывает сухо. Угу. У меня вот везде кожа, у меня вообще кожа сухая. Прям, наверное, мне надо такой комплекс, наверное, взять и не париться. Я не могу. Я сначала взяла его на лето, я без лета без него не представляю, потому что все равно солнце кожу сушит, и а потом я уже его ввела даже в зиму, потому что это у меня днем, я утром проснулась, увлажнила, а на ночь я ложу более тяжелые крема, такие, знаешь, питательные, такую же погуще структура, которая. Вот. Буквально, наверное, до 37 лет я не собиралась, думаю, мне не нужны никакие крема, ничего, блин. А вот сейчас вот я смотрю на себя, и надо чем-то заниматься, чем-то лицо, это что-то надо делать, потому что я же вижу, что я уже не молодею, блин, пипец. Ну, начался естественный этот процесс старения организма, понимаешь? Если ты сейчас вовремя не возьмешь этот процесс в руки, то он уже будет потом необратим. Он уже впитался, и прям так это... Да, он уже впитался. Так хорошо. Прям а теперь вот ощущение, вот именно трогаешь кожу, как будто она вот как вот у ребенка, да, младенца. Да. Чуть-чуть, давай это набери мне чем-нибудь, нету ничего набрать. И тоже за счет того, что он очень легкий, его нужно немножко, он да очень вот хорошо много. Разносится. Это пришел. Так что крема надо прям капелюшечку, прям много даже не нужно. Я вот не знаю, меня видно, нет. Надеюсь, меня видно там в камере. И кожа прям такая вообще. Ну, действительно, мне нравится. И я, наверное, девчонки все-таки куплю. И вам ссылочку оставлю на этот крем. На все вот это вот комплекс. Сейчас Настя все посчитает, сколько он стоит еще. Настя, посчитай, сколько стоит это все. Слушай, а если я вот буду регистрироваться и заказывать сама себе? При бесплатной регистрации ссылка 15% клиентам ты становишься. О, даже скидка будет. Есть максимальная скидка 23%. Это когда ты делаешь заказ на 10 тысяч рублей в течение месяца. А вот я зарегистрировалась, и, например, там есть же ссылочки вот на этот крем, если я просто именно на крем ссылочку дам, чтобы люди все покупали. Да, прямо сами. На продукт я тебе сейчас покажу, да. Можно так. Заказ можешь осуществить домой через курьера, можешь через пикпоинт, можешь через почту. Очень много вариантов для всех, кто хочет. Платная доставка, да? Бывают акции, когда бесплатно курьер домой приносит.
от 200 баллов бесплатно. Ну, то есть там балловая система, я тебе рассказывала. Угу. Подробнее расскажу. А вообще, ну, 200 рублей доставка, 250, мне вот, допустим, проще заплатить, чем в город куда-то ехать. Ну, лучше, конечно, все вот так вот, все, что надо заказать, чтобы они с копом. Я просто набираю, когда большой заказ, он получается у меня бесплатным, да. Там маме надо, подружке надо, сестре надо, еще кому-то надо, мне надо, и вот получается заказ. Бесплатный. Когда уже ты собрался именно, распределил, сколько ты, на какую сумму ты заказываешь, это уже там, в принципе, уже 200 рублей, это что? Это ничего, когда ты берешь скопом все, да? Вот, например, вот такую вот линейку я возьму, например, а я по-любому возьму, потому что у меня сухая кожа. Мне кажется, надо. Но... И компания, когда заказываешь первый заказ при первой регистрации, первый месяц. Еще хочу BB-крем. Еще 500 рублей тебе дарит скидку. Слушай, BB-крем там тебе почем дорогой? Сейчас посмотрим. Меня Саша, наверное, пришибет, скажет, офигела. Мам, скажи, какой, чтобы у тебя жена была вечно молодая? А ты думаешь, куда мне вот это приклеить? Хоть это для девчонок, прикинь, а это для крутых парней. Они что-то перепутали. Ой, перепутали, вот да. Вот это вот для парней, а это... А у тебя тут уже есть, да? Вон ты не, такой. Ну это будет другое, это такая вот круглая, плоская, вот такая вот, знаешь? Сейчас продукты, вот этот продукт. Так, тишина, дети. Вот этот продукт, который мы сейчас с тобой пробовали, на него дополнительно 10% скидки. То есть вот от этой цены еще твоя цена клиента 8 тысяч минус 15%. 6 800. Ты покупаешь 4 высококачественных продукта. Слушай, от морщин что там еще есть? Тут много чего есть, смотря какая тебе нужна линейка. Есть антивозрастная, есть для среднего возраста такого, не молодой же, которая вот после 27, вот эта линеечка Artistry. Страница 10-11, 38. Лифтинг, это уже после 35, ближе к 40 и после. А вот это вот что у них еще такое? Вот это вот. Это? Под макияж нет. Это сыворотка. Это сыворотка, которая новая сейчас вышла сыворотка, она персонализированная. То есть ты можешь в один флакон себе намешать три компонента против морщин, укрепляющий, осветляющий или наоборот увлажняющий, вот их пять штук. Ты в один флакон себе можешь один, две крышки, три высыпать внутрь. Здесь уже база внутри находится. И ты под себя подбираешь, что тебе нужно. Я поняла. Осветлить. Видела я такое, да, видела. Все, и ты для себя подобрала, сделала и пользуешься, решаешь свои проблемы, те, которые именно у тебя. Поэтому они называются персонализированные сыворотки. Это новинка. Это вот появилось буквально недавно, месяца два назад, наверное. Мне все хочется, и так все дорого, естественно. Смотри-ка, что. Цены. Вот, видишь, смотри. А вот он прибор. Вот он прибор. Это вот именно им ты мне делала, да? Угу. А тут еще насадка, это что? Это мы то, что делали, ультразвуковую. А вот это? А это гальваническая насадка, она усиливает действие сыворотки, которая работает в глубоких слоях кожи твоей. Уже нанесешь, и тогда ей, да? Да. Все понятно. Там пять... Два в одном делает. Там пять программ для пяти разных сывороток. Это масочки, новинка. Ну, в общем, я решила, я регистрируюсь, и тогда я для регистрации, кто хочет со скидкой получить? Ссылку. Ссылку оставляю. Я скину ссылку на регистрацию, да, и кто захочет, девочки, ты тоже можешь ее скинуть. В общем, все понятно. А это уже так вот, увлажняющие кремы, то солнцезащитные, тут подешевле. Это, знаешь, какой? Это для жирной больше кожи. У них совсем другой состав, тоже натурального происхождения. Вот видишь, для проблемной кожи лица. То есть это у кого это есть прыщички такие, вот, знаешь, на жирной коже они обычно бывают. Такая проблемная, я бы так сказала, больше для юношеской кожи. Вот когда идет возрастные изменения, да, гормональные, начинается. Вот это очень хорошая серия для них. Тут и гель для умывания, и тоник хороший. А вот это вот я чем мазала сейчас, да? Сейчас делаю, да.
Вот состав, смотри. Норвежские фьорды, чистая вода. Масло гавайских ягод асаи. Солера, травянистые. Это какой-то морской, видимо, продукт. И вот они делали как тепловизор, знаешь, до и после. Вот как увлажнилась сразу кожа. Здесь сухо. Комплекс глубокой увлажнения достоин Нобелевской премии. Ну, ты знаешь, вот я дотрагиваюсь прям... Мне прям ты хорошо. Да, я чувствую. Это с первого применения. Ну, так а я же сказала... сюда шла, у меня только ощущение было, что у меня маска, и у меня все тянет. Вот потому что я там ветер, вот это прошлась, я же еще... Ну, так как ты сказала, что у тебя была проблема, ты не можешь себе подобрать крем, и у тебя сразу какие-то реакции происходят. Вот сейчас посмотрим, кстати, вот сейчас посмотрим, да. Через сколько дней еще, если на третий день что-нибудь начнется, вот обычно 2-3 дня, и у меня что-нибудь начинается, я начинаю уже бипантенол, бипантен, там, лечить кожу, в общем, ну, значит, заживлять, Так что посмотрим, как здесь, кстати, можно все вот отдельно купить, кому не надо, кому вот только для глаз, только для увлажнения, а можно комплекс, да? Вот. Слушай, а в комплекте оно не дешевле же? Дешевле. Там же скидка, наверное, да? Ну, а вот 10% скидка. Это очень скажи мне, вот для моей кожи, вот мне сколько получается? Мне получается будет уже 39, 6 июля. Ты уже ходишь в антивозрастной возраст. Покажи мне, какой мне крем лучше взять, вот антивозрастной такой. Для ежедневного применения, да, вот так. Для ежедневного. Крыла. Вот эти, да? Но я так на них и смотрела. Я говорю, блин, они дорогие. Совсем так ближе... После 40, вот которая. А что лучше мне взять? Линейка. Вот это увлажняющий или чисто один крем вот такой? Или и то, и другое лучше? Конечно. Лучше и то, и другое. Но они несут разные функции под собой, понимаешь? Здесь ты кожу питаешь, а там увлажняешь. Блин, а что мне такое, чтобы недорого и одно лучше? Я боюсь, что это много-много. Мы сейчас подберем, не переживай. Слушай, а вот это вот, это уже прям вот это вот все, да? Это тоже, да, когда они делают... акции они делают на набор сразу. В наборе всегда дешевле покупать, потому что скидка, да? Если это. Слушай, уже указано по хоп делу, потому что он 18-310, наверное, указано. Да, уже. Вот этот набор, видишь, сколько? 1000 рублей сразу на набор скидка. Угу. Ты думаешь, то ли увлажняющий набор взять, то ли вот такой набор. Получается подешевле. Ой, прям не знаю, уже с этими морщинами. Это уже папа старше, да, тому, кто? Да. Ну, я помню, мамка какие-то брала, она крема. Но это вот меня, конечно, потрясло. Это программа восстановления. Это вот это вот прям цена за такие маленькие. Посмотри, они вот 1,5 миллилитра. Это ж такие капсулки. Это вот ты вот сделаешь, говорят, кто делал, я еще не делала. Это как вышло после гиалуроновой кислоты укола, понимаешь? Mm-hmm. То есть у тебя все, вот кожа молодеет на глазах, восстанавливается, как будто бы только что провела дорогой сеанс где-то косметологии. Ну, я слышала, что Алла Пугачева такое вот все заказывает себе. Алла Пугачева периодически, говорят, делает, так, да? Так они все там, медийные личности это делают. Без этого они не были бы такие свежие и красивые. Знаешь, они сколько денег на это тратят? Ну, да. Не сотни рублей. Я думаю, там миллионы. А вот это вот что? Это очень это маленькая она, да, будет? 12 миллилитров. С витамином С, самый наибольший концентрат. То есть это вот вместо... А вот насчет того, что типа кожа не может ничего впитывать, она может только вот вы покрываете ее, типа, это не правда или как? Почему? Есть два слоя кожи, поверхностный. То есть сыворотка работает на глубоких слоях, и дермасоник ей помогает еще более глубже вникнуть. А крема у тебя работают только на поверхности. Они глубоко у тебя не работают. Эпидермис туда не пустит их. Поэтому все нужно делать в комплексе. Очищение. А что такое детокс? Детокс для кожи, а это еще... Очищение способствует обновлению клеток. Гиалуроновой кислоте дополнительно обновляющий пилинг. То есть ты сначала пилингом, отшелушивающим лосьоном, а потом гиалуроновой кислотой. Это тоже надо в системе делать лучше. В системе, ну если ты хочешь видеть результат, то лучше в системе, конечно, да. Потому что это максимальный результат, максимальная программа. Да.
Для мужчин тут есть и туалетную воду. Кстати, про шампуни тут еще есть. Шампуни очень хорошие, без сульфата. Все шампуни на растительном экстракте, вот, допустим. Ну, шампуни, я бы не сказала, что это дорого. Они, нормальный шампунь, так он и стоит. Они концентрированы, их нужно маленько. А я вообще, знаешь, как я мою? Даже любой шампунь. Я вот прям чайную ложку, наверное, в кружку развожу и поток водой обмываю. Да, я так не мою напрямую, потому что у меня будет перхоть. От любой шампунь, если я нанесу на кожу, она высохнет у меня просто. Как не перхоть, а сохнет у меня. Поэтому шампуни я стараюсь просто разводить водой и только потом на кожу. Напрямую на кожу я не могу, потому что у меня будет облазить все опять. У меня аллергическая везде кожа. Я даже моюсь, блин, если какой-нибудь гель для душа, либо мыло, и опять же тоже в разводенном виде. Да, в разведенном. Ну вообще, тебе нужно просто подобрать средства гипоаллергенные, все, натурального происхождения, и ты забудешь про эти проблемы. Видимо, в тех... То, что ты покупаешь, в составе есть то, что вызывает тебе вот эти аллергические реакции. Ну а что, нужно берем все с супермаркетов. Да. Магнит, косметикс. А там поделки 80%. Вот. Откуда они везут, в каком подвале что делалось. Фиг его знает. Смотри, тут даже набор пробников. Можно пробники брать. Так вот. И витаминки тут есть, и порошочки, и все. В общем, девчонки познакомились со всем. Мы будем кофе пить. До свидания. Если что надумаем, еще расскажем. А что еще ты расскажешь? А расскажи, вот как вот, чтобы построить свой бизнес, что для этого нужно. Это вот отдельная тема. Это, давай в следующий раз. Мы да? сейчас ну, посмотрим давай. С продуктов, а потом мы с тобой поговорим о нашем предпринимательстве. Да. Так что, ну, лучше, конечно, если люди подключатся и будут уже покупать со скидкой все. Это же лучше, да? И бабушкам, и дедушкам, и мамам, и папам, и всем можно брать все со скидкой. Это же намного лучше, когда подключишься. Ну, конечно, скидка дается только клиенту при подключении. 15%. Вот. А слушай, а ничего не будешь должен, да, если подключишься, ничего с тебя не возьмут за это. Бесплатно. Ну и все, вот это вот мне и надо было знать. Бесплатное подключение. Все бесплатно. Да. Если у тебя в течение любого времени до года покупка достигла 10 тысяч, то процент повышается до 23. У тебя уже не 15, а 23. То есть компания тебе еще 8% дарит. Еще плюс скидка. Очень часто бывает, каждый месяц-два компания продает какой-то продукт дополнительный, скидку дает от 15 до 25. То есть ты к своим 23 еще прибавляешь 25, и на набор ты еще какой-то получишь 10. То есть ты вообще можешь продукт купить по 40-50% скидки. Это хорошо. Да, просто такие моменты надо ловить. Ну, я как бы своим клиентам всегда скидываю акционные скидки. Ну, а те, кто зарегистрирован, там автоматически указываешь почту при регистрации, и компания тебе вот скидывает. Вот, мама такой брала. Это, и да. такой брала. Это хит, и это хит продаж, это для ухода за ртом. Она постоянно все вот это вот она любила, брала. Да? Вообще, она помешанная, и крема постоянно. Она же у меня вообще только на дорогущих кремах сидела, то что, и вот ей было 62, ей никто не давал 62 никогда. Она пользовалась всегда дорогим всем. Она не покупала. Я говорю, возьми вон чистую линию. Она мне говорит, ты что? Твоя мама знала, я себе что, на помойке нашла, говорит. Правильно. Она всегда все дорогое женщина. Пользовалась. Она себя просто любит. Очень она любила. И одевалась дорого всегда, так все это. Это я, блин, ворона, и мне пофигу, вот я что одела, то бы буду ходить месяц, блин, не снимая, пока не испачкаю. А мама у меня другой человек. Витаминки всякие она всегда брала. Мне там берем, вот мы с кем-то напополам, она мне отделяет, себе отделяет. То, что я пью, это полный комплекс всего, витамины, микроэлементы, минералы, вот. 12 витаминов, 10 минералов и фитонутриентов, вот состав. То есть богаче вот этого ты в мире нигде не найдешь. Это магнит, как Rolls-Royce среди машин, понимаешь, содержание есть. Суточной дозы. Тут высчитали, просчитали, все это взяли, сложили,
в одну таблетку. То есть ты выпила и забыла, что ты не доела овощей столько-то, фруктов столько-то, мяса столько-то. А по-любому мы не доедаем это. Вообще ничего не доедаем, Лен. Мы же не каждый день мы не питаемся тогда. Салаты каждый день мы не едим. Есть такое понятие. Выключила камеру?